Администрация города Твери предпринимаются меры, направленные на обустройство ярмарочных территорий. Ярмарка на площади возле остановки «Вагонзавод» изменит свой облик. Совсем скоро старые палатки заменят новые крытые павильоны. Подробности в нашем сюжете. Ярмарка на площади возле остановки «Вагонзавод» переехала. Сегодня торговцы разместили свои палатки ближе к остановке общественного транспорта. А на прежнем месте ярмарки уже начались работы по строительству нового крытого торгового павильона. Чтобы сохранить возможность нашим предпринимателям в дальнейшем осуществлять торговую деятельность, было принято временное решение для переноса их немного вперед, там, вот на территорию трамвайных путей. Данная мера, повторюсь, временная. Предприниматели говорят, что место для ярмарки пользуется неизменной популярностью среди жителей Заволжского района. Главной проблемой был ее внешний вид, который вызывал нарекания людей. Вынужденный переезд, мы с пониманием относимся. Идем нам администрации навстречу, мы тоже идем навстречу. И хотим спасибо сказать, что заботятся о нас и сохраняют нам рабочие места. Возведение нового крытого торгового павильона существенно улучшит условия работы ярмарки. Как для покупателей, так и для предпринимателей, которые здесь работают. На объекте будут возведены системы электро- и водоснабжения. Было принято решение и найден инвестор, который осуществляет вот этот вот проект. Будут павильоны, которые позволят предпринимателям заниматься здесь торговлей мясными продуктами, молочными продуктами. В дальнейшем будет проведено благоустройство данной территории. Сзади данного павильона будут предоставлены места, которые будут оборудованы условиями для хранения. Будут предоставлены удобные боксы, закрываемые на ночь с охраной, которые позволят людям более комфортно осуществлять свою деятельность. Согласно проекту, торговая территория будет разделена на две части. Первая – это готовые торговые площади со всем необходимым. А вторая – свободные места, где предприниматели смогут установить собственное торговое оборудование. Здесь также предусмотрены места для социальных рядов. Торгую вот на этом рынке. Сама работник торговли. 50 лет торговли это работала. Довольны всем новыми изменениями, что пока временно, что там делают. Мы так рады. Вагонный завод весь рад. Вот всем покупателям говорим. Все, всем довольны. Планируется, что новый торговый объект возведут уже до конца декабря. А в перспективе современные павильоны возведут и на других ярмарочных территориях города.